Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня мы поговорим о сложных процессах. Пойдем вместе на высокую ступень обобщения. Сегодняшняя тема – это избавление от плохости, презрение и, как результат этого, попадание в небытие. Но начнем мы этот ролик с гнилой картошки. Для того, чтобы ощутить, как мы избавляемся от чувств, от плохости, мы представим сейчас, что вот у нас, пусть где-то на балконе или же в какой-то кладовке, лежит картошка хранится. И вот вы идете для того, чтобы поджарить картошечки себе, набрать ее. И обнаруживаете там, среди вот этих всех клубней, гнилую картошку. В этот момент у нас внутри возникает такое презрительное отношение к этой картошке. Мы как будто отчуждаемся от нее. И мы берем эту картошку вот с этим самым отвращением и выбрасываем ее в мусорку. Мы избавляемся от нее, она плохая. Но в момент контакта с этой картошкой мы с вами как раз-таки делаем проекцию. Мы проецируем причину наших плохих, негативных чувств в эту картошку. Как будто это она доставляет нам эти чувства. Она своим видом принуждает нас это испытывать. То есть, если человек опытный исследователь внутреннего мира, то он понимает, что картошка здесь ни при чем. Даже болезнь картошки – это какая-то форма жизни, которая вот в этой картошке пробивается. То есть там какой-то грибок, который тоже хочет жить. А чувства, которые поднимаются, они изнутри меня. Я источник этих чувств. И я хочу избавиться от этих чувств, и поэтому избавляясь от картошки. Они тогда тоже у меня перестают внутри как бы быть. И я ее отправила в небытие. Все. И моя нервная система, моя психика опять равновесие, и там безоблачно хорошо. Сейчас мы перейдем к более сложному примеру. Когда, например, у меня на работе с кем-то конфликт. Он был достаточно бурный, или же этот конфликт не был бурным, но между мной и кем-то возникает пространство враждебности. И если я не понимаю, что я генерирую эти чувства, когда я встречаю этого сотрудника или сотрудницу, то я буду назначать ее виноватой в том, что я испытываю. То есть мне будет казаться, что она своим присутствием приносит то облако, в которое я погружаюсь. И если мои чувства для меня невыносимые, то я становлюсь холодной, отчужденной и замороженной. Это когда хочется пойти в состояние игнора, когда люди играют в молчанку. Вот когда игнорируют вас и не разговаривают с вами, вот играют с вами в эту молчанку, то вы ощущаете свою небытийность, как будто меня нет. Меня не замечают, значит, меня нет. Да? А теперь мы поменяемся местами, и мы тот, кто игнорирует молчание. Мы этим молчанием как будто аннулируем другого человека. Мы как будто отправляем его в небытие, как картошку отправили в мусорку. Его не существует. Вот это состояние испытывания эмоций и невозможности присвоить мне свои эмоции, свою агрессию, свою ненависть, она вынуждает меня эти плохие чувства проецировать в другого. Это как плохая картошка. Она плохая, потому что она вызывает у меня плохие чувства. Хотя сама по себе картошка нейтральная, она лежит, никого не трогает. Она не набрасывается на нас. Точно так же и с этим сотрудником. Он сам по себе, у него своя жизнь.
это плохой сотрудник, потому что в его присутствии у меня плохие чувства. То есть я могу заморозиться, я не испытываю ничего, мне все равно состояние, мне безразлично, что вы тут делаете. Или же я, вот это я сейчас заморозила чувство, которое я не могу вынести. Или же я говорю, вы плохие, поэтому я с вами не хочу не иметь ничего общего. Я делаю этот эмоциональный разрыв. Я отправляю это в небытие, назначаю плохим, и тогда у меня нету никакого чувства вины, что я аннигилировала, аннулировала, уничтожила это. Сейчас еще с одного бока рассмотрим этот пример. Вспомните, как вы шли, и какой-то нищий или бомжующий просил у вас ему помочь, да? Просил денег. Дайте мне денег, не могли бы вы дать денег? В этот момент мы сталкиваемся внутри с бурей чувств, с бурей. С одной стороны, нам невыносимо, потому что подтягивается громадное количество ассоциаций. Вот как этому человеку, как он один. И мы начинаем представлять себя на его месте, как будто мы в этой роли. Мы не можем воспринять его отдельно. И внутри может нахлынуть какие-то воспоминания, ощущение брошенности. То есть мы реагируем не на этого человека, а наша психика начинает интенсивно генерировать большое количество чувств. И для того, чтобы прекратить это генерирование, мы отчуждаемся от него, мы делаем его безразличным, как будто он нам все равно. Мы замораживаем себя, мы замораживаем свои чувства, и только в этот момент он может нам начать быть безразличным, стать для нас безразличным. Но мы можем его назначить плохим. Помните, как с картошкой, как с сотрудником. Он плохой, поэтому я получаю право не помогать. Он плохой, поэтому я без чувства вины отчуждаюсь от него. То есть те чувства, которые я нагенерировала, я спроецировала в него. Мои чувства генерируются где-то там, и я их беру и отдаю ответственность за них картошке, сотруднику или же нищему. Еще один пример, еще сложнее. Мы с вами идем все выше и выше, как поднимаемся в горы на высокую ступень обобщения для того, чтобы понять общность того, что на первый взгляд кажется абсолютно не связанным друг с другом. Когда вам кто-то говорит, например, о своей болезни, или же говорит о том, что его обманули мошенники, или же говорит об утрате, в этот момент у нас возникает громадное количество чувств. Мы редко можем слушать других, не примеряя это на себя. Даже нищего мы сразу примеряем на себя, и поэтому у нас так много чувств. Сотрудника, с которым мы враждуем, мы не воспринимаем как отдельного человека, мы воспринимаем его как угрозу себе, и поэтому у нас много чувств. Картошку, которая лежит, мы тоже не воспринимаем как отдельную форму жизни, которая там пробивается. Мы воспринимаем это относительно себя, поэтому у нас так много чувств. Так вот, какой-то знакомый нам говорит, что он заболел или его обманули. Психика мгновенно примеряет это к себе, начинает испытывать бурю чувств, и мы, не выдерживая эту бурю чувств, можем заморозиться. То есть создать это отчуждение для того, чтобы не волноваться или нам не было больно. Я думаю, каждый из вас, мы сейчас поменяемся местами, чтобы у нас был всесторонний взгляд, переживали момент, когда вы делитесь чем-то сокровенным с близким человеком, а он отмораживается или же ляпает что-то не то. И это как бы ранит, ну как это я тут поделился, открылся, он ляпает. А потому что человек не выдерживает собственных чувств, которые там поднимаются. Он замораживается, перестает быть эмпатичным, перестает быть в контакте
И поэтому неуместен, эта неуместность ранит нас, когда мы, особенно когда мы открываемся, мы уязвимы. Давайте теперь это все вместе соберем. То есть у каждого из нас определенная выносимость эмоционального напряжения. У тех людей, которые слишком эгоцентричны, все связывают с собой, это говорят мне, картошка на меня нападает, сотрудник против меня враждует, нищий что-то от меня хочет, я испытываю чувство вины, и ты еще нападаешь на меня рассказами своих неприятностей. У такого человека будет громадное количество чувств. То есть чем больше эгоцентризма, чем больше человек все связывает с собой, тем интенсивнее его эмоционирование. То есть найти гнилую картошку можно абсолютно не эмоционировать по этому поводу. Сделать все те же самые действия. Но чем больше эгоцентризм, чем не эволюционировавшая личность, то есть она не вышла из вот этой зацикленности в тебе, тем у нее как будто меньше возможности испытывать чувства, потому что они слишком интенсивны. Она себя все время эмоционально перегружает. И если она не может присвоить себе эти чувства, она выбрасывает причину в другого. Другой назначается плохим, перегружающим. Даже люди, которые говорят комплименты, они становятся плохими, потому что психика выходит из равновесия, и человек не может выдержать собственное эмоционирование. Даже душевные, глубокие разговоры человек не может выдержать, он может только формально общаться, потому что он не выдерживает собственную интенсивность. От этого зависит и глубина мышления. Те люди, которые эмоционально перегружают себя, они не могут глубоко мыслить, потому что это тоже переживание чувств. Сейчас сделаем еще один шаг, пойдем еще выше. А теперь представьте, когда у меня есть идеальное я, и я контейнирую, как в мусорный мешок, в реальное я все плохое. Я это наблюдаю на группах, я это наблюдаю на психоаналитических сессиях, когда человек начинает бичевать себя. Какой я отвратительный, какой я ужасный, какой я зверь. И кажется, что человек искренне расстроен, и он переживает, но на самом деле он бичует реальное я, которое сделал мусорным мешком, в котором складывает плохость. И многие люди, они смотрят ролики, ходят на личную психотерапию, но как будто ничего не меняется, потому что вся узнанная плохость складируется в мешок, а сам человек остается белым, белой комнате, белой и прекрасной. Вот эта привычка назначать причиной всех чувств других, мгновенно отмораживаться, не разбираясь, что со мной, не уделять внимания своему эгоцентризму и желанию все связывать с собой, играет злую шутку. Человек становится куклой, он становится безэмоциональным. Человек умудряется даже сделать собственное отражение этим мусорным мешком. То есть, когда человек смотрит и ненавидит свое отражение, как картошку. То есть, он отторгает себя. Он обнаруживает себя, например, в зависти, и он отторгает себя, потому что он не может выдержать эту правду о себе. И вот это отторжение погружает саму личность в небытие. Я хотела погрузить в небытие картошку, я хотела погрузить в небытие сотрудника, нищего, а получается, что я сама попадаю в небытие. Мне кажется, что я аннигилирую другого, а на самом деле я отмораживаюсь и сама попадаю в небытие. То есть, если нет чувственного переживания мира, у человека ощущение, что он не живет, что он кукла, что с ним его жизнь не происходит. Он в небытие. И мы иногда сами себя погружаем в небытие, когда листаем ленту в соцсетях, когда играем в какие-то игрушки примитивные, смотрим какой-то примитивный сериал, мы погружаем себя в это небытие, и тогда нет ощущения, что ты живешь, но нет эмоций, нет чувственного переживания мира.
даже невозможно выдержать ролик. Вот, например, такой. Выключение. Невозможность переживания чувств, потому что их слишком много при погруженности в субъективность и эгоцентризме. Невозможно учить, невозможно постигать, невозможно вести бизнес, потому что слишком много чувств. Человек выбирает себе нагрузку ровно тому объему чувственной невыносимости, которая у него есть. То есть не технической, а эмоционально он не выдерживает. К чему я вам это все рассказываю? Я вам это рассказываю, потому что при понимании того, например, когда вы делитесь чем-то с другими, и они отмораживаются, чтобы вы понимали, что с ним происходит, хотя бы для этого. Я наблюдала в группах, когда клиент, тот, кто клиент, рассказывает свою историю, другие не выдерживают и начинают нести чушь, откровенную чушь, ответ. И тот другой человек ранится и не понимает, почему люди это говорят. А люди всего лишь не выдерживают собственные чувства. Вы тогда будете понимать, что происходит с вами, когда вы видите то, что невыносимо для вас. Вы генерируете собственные чувства, и вы отторгаете это невыносимое для того, чтобы успокоиться, перестать их генерировать. Это поможет присвоить себе это, и особенно присвоить плохость. Нам свойственно называть плохое то, что нам непонятно. Говорите понятнее, мне проще. Да? Вы говорите ерунду. Если я не понимаю, вы говорите ерунду. Видите, человек в отчуждение ушел и еще назначил меня плохой, что я его перегружаю. Что я говорю не так, как он хочет. Вот это понимание будет постепенно расширять выносимость. Тогда вы будете понимать причину-следственность, присваивать, и ваш мир будет обогащаться. И будет совсем другой чувственный контакт с миром, как будто появится громадное количество красок, которые до этого были недоступны. Появится ощущение бытийствования. Я буду завершать. Напишите свои инсайты, какая мысль была для вас наиболее интересной, и попробуйте эту мысль развить. Ну, или в комментариях, как я прошу для поддержки моего канала, или же у себя в дневниках. Прошу вас ставить лайки для того, чтобы говорить спасибо мне за то, что я для вас делаю, чтобы у нас был обмен хоть какой-то. И напоминаю вам, что существуют еще ролики для спонсоров, они выходят по вторникам, можно оформить подписку на YouTube-канале или же подписку через сайт olgademchuk.org. И, конечно же, напоминаю о проекте Connect, где мы будем учиться выстраивать отношения, и я буду проводить публичные сессии. Я с вами прощаюсь, до встречи.